В этом амфитеатре 29 апреля этого года пройдет Кубок Яшанькина. Мы хотим пригласить самых лучших спортсменов, тех, кто участвует на Кубке России, занимает первое, второе или третье место, приезжает сюда на хорошем автобусе, мы обеспечиваем проезд, оплачиваем проживание и питание. И прямо в понедельник мы приезжаем, размещаем спортсменов и проводим чемпионат вот здесь, на фоне этого прекрасного, очень чистого озера, которое называют Южный Байкал, на фоне этих Кавказских гор. Спортсмены будут выступать на этой сцене. Это мужчины в абсолютной категории, и это девушки в категории бикини. Мне кажется, это будет хорошее шоу, это будет красиво, это будет классно. А на следующий день мы поедем на экскурсию на винодельческий завод, будем проводить дегустацию вин, пообедаем, поедем на море. Здесь буквально 10 минут, Черное море, классный пляж, мы будем купаться, загорать и делать отличные фотографии. Вот, и на следующий день, это уже будет 1 мая, это праздник. Те, кто, конечно, хочет уехать, может уехать. Кому нужно уехать, может уехать. А те, кто хочет тусоваться, то может остаться, и мы проведем... Я проведу мастер-класс по функциональному тренингу и спортивную эстафету, фитнес-эстафету, где вы тоже можете поучаствовать. Любой желающий может поучаствовать, получить призы. Кубок Яшанькина – это такой семейный турнир, где важна атмосфера. Вот здесь такое очень атмосферное место, хорошее место. Конечно, мы имеем уникальную возможность пригласить спортсменов прямо из Краснодара, с чемпионата России, самых лучших спортсменов. И нам повезло, что есть вот это место, которое совсем недалеко, буквально 3 часа проехать на автобусе. Ну, далековато, но тем не менее, я думаю, что это того стоит. Потому что, попав сюда, вы ощутите вот всю силу природы и всю красоту природы. И соревнования пройдут, я уверен, что пройдут на высоком уровне, будут хорошие фотки, удивительно, интересно и красиво. Хороший призовой фонд, девочки получат призы от Apple, это и iPhone 5, и iPad последнего поколения, и мини-iPad, и iPod'ики всякие. А ребята получат денежные призы, и каждый уйдет с подарком, с чем-то в руках, потому что наши спонсоры – это и спортивное питание, это и винодельческий завод «Абрау Дюрсо», и наши друзья из компании «Рибок», и все что-нибудь получат. Поэтому вот приезжайте, спортсменам все оплачивается, и проживание, и питание, и, наверное, доставку мы тоже организуем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это был такой праздник для всех. Тусовка не тусовка, но такое мероприятие, где вы можете побыть, отдохнуть, пообщаться, поделиться опытом и узнать что-то новое. Так что ждем в гости, ждем, приглашаю. Кубок Яшанькина 29 апреля этого года. Абрау Дюрсо.